Следующий ряд мы провязываем 11 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Доходим до серединки. Мы видим, да? И делаем 2 убавки подряд. Первая убавка и вторая убавка. Далее мы провязываем 5 столбиков до конца ряда. Раз, два, три, четыре, пять. У нас в ряду снова 18 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 11 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Далее мы делаем 3 прибавки. То есть каким образом мы вернее 2 дважды повторяем 3 столбика в одну петлю. То есть вот в эту петельку мы провязываем 3 столбика, то есть двойная прибавка у нас идет. Раз столбик, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. Следующую петельку 1 столбик, еще сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. Мы вывязываем большой пальчик. Так, и до конца ряда мы провязываем 5 столбиков. 1 столбик, 2, 3, 4, 5. У нас в ряду 22 столбика. Эти 22 столбика провяжем 2 ряда без изменения самостоятельно. Следующий ряд мы провязываем. Делаем столбик, убавка, провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем теперь двойные убавки. То есть 1. Достаем петельку, в следующую петельку 2, в следующую петельку 3. И через 4 петельки провязываем столбик. Раз, следующие, раз столбик, вернее вытаскиваем петельку, в следующую вытаскиваем и в следующую вытаскиваем. И 4 петельки одной петелькой, одним столбиком провязываем. То есть мы вывязываем пальчик. Следующие мы провязываем 2 столбика. 1 столбик, 2, и последнюю делаем убавку за передние полупетельки. У нас в ряду 16 столбиков. Следующий ряд отделяем маркером. Следующий ряд. Так, здесь у нас уходит маркер уходит в сторону. Мы сделаем, давайте с вами, одну петлю смещения. Раз петельку. И маркером тогда только отделим ряд от ряда. И провяжем 8 столбиков подряд. Раз столбик. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.
делаем 2 убавки. Раз убавка за передние полупетельки и вторая убавка. Далее провязываем 4 столбика до конца ряда. 1 столбик, 2, 3, 4. У нас в ряду 14 столбиков. Следующий ряд провязываем столбик, делаем убавку за передние полупетельки. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 3, 4, 5 и 6. Провязали и делаем убавку, она у нас как раз получается напротив пальчика, делаем убавку за передние полупетельки и до конца ряда провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. У нас в ряду 12 столбиков, и один ряд мы провяжем 12 столбиков без изменения самостоятельно. Следующий ряд мы с вами будем провязывать за передние полупетельки. Значит, за переднюю полупетельку мы делаем прибавку, подхватываем переднюю полупетельку и 1 столбик, и еще раз за эту полупетельку 2 столбика. Далее мы провязываем 2 столбика без изменения за переднюю полупетельки. 1 столбик, следующую петельку, 2 столбика. Далее за полупетельку делаем, за переднюю полупетельку делаем прибавку, то есть 1 столбик, и сюда же провязываем 2 столбика. Далее провязываем 2 столбика за передние полупетельки. 1 и 2. Теперь повторим. Снова прибавку делаем за переднюю полупетельку. 1 и сюда же 2. Далее провязываем за передние полупетельки 2 столбика. 1 столбик. И в следующую полупетельку 2 столбик. Делаем прибавку тоже за переднюю полупетельку. 1 и сюда же 2. И до конца ряда провязываем 2 столбика за передние полупетельки. 1 столбик и 2 столбик. У нас в ряду 16 столбиков. Следующий ряд уже будем провязывать за обе полупетельки, то есть за полностью, за петлю полную. Мы провязываем сначала 11 столбиков подряд. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать. Дошли до середины пальчика, вот здесь,
И мы дальше делаем прибавку. Здесь у нас прибавка. Раз столбик и сюда же два столбика. И до конца ряда провязываем 4 столбика. Раз, два, три, четыре. У нас в ряду 17 столбиков. Эти 17 столбиков мы провяжем 3 ряда без изменения за обе полупетельки. Провязали мы 3 ряда по 17 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 14 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Провязали, и у нас получается среднюю петелечку, вот эту, мы делаем прибавку. Раз, два. И до конца ряда у нас остается 2 столбика. Раз столбик, два столбика. У нас в ряду 18 столбиков. Эти 18 столбиков провяжем 4 ряда без изменения самостоятельно. Провязали 4 ряда по 18 столбиков. Следующий ряд провязываем 15 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15. Дошли до середины, где у нас пальчик. И делаем мы убавку. Убавка. И в последнюю петельку столбик провязываем. У нас в ряду 17 столбиков. И мы провязываем один ряд. 17 столбиков самостоятельно. Провязали мы 17 столбиков. Следующий ряд мы будем начинаем делать локоть. Локоть у нас будет противоположной стороны, где палец с противоположной стороны. Убавки все мы будем делать на стороне пальца. Если у нас будет где-то сдвигаться петельки, нам необходимо сделать петли смещения. В данном случае мне нужно сделать сейчас, прям сразу в начале ряда, 4 петли смещения, для того, чтобы я могла сделать прибавки на локте. Делаем 1 петля смещения, 2, 3, 4. И здесь у нас будет с вами начало ряда. Отделяем маркером. И мы начинаем делать 4 прибавки подряд. Локоть вывязываем. Раз прибавка. Два прибавка. Три прибавка. И 4 прибавка. Провязываем 3 столбика. 1 столбик, 2, 3. Теперь мы делаем убавки. Убавки напротив пальца. Мы делаем 5 убавок подряд. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Третья у нас прям напротив пальца. Третья убавка. Далее четвертая убавка. И пятая. 5 убавок.
У нас с вами в ряду 16 столбиков. Следующий ряд мы будем провязывать 3 петли за передние полупетли. За передние полупетли первый столбик, второй столбик и третий столбик. Далее провязываем 7 столбиков за обе петельки. Раз столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И оставшиеся 6 столбиков за передние полупетельки. Раз столбик за первый, за передние полупетельки. 2, 3, 3. Четыре, и 5. Запуталась сейчас. Вернемся назад. 4 столбик, 5. И последние за переднюю полупетельку 6. Провязали. У нас в ряду так и остается 16 столбиков. Следующий ряд мы провязываем. Уже будем провязывать за обе стенки петель. Провязываем 3 столбика подряд. 1 столбик. 2. 3. Делаем убавку за передние полупетельки. Убавка, потом 2 столбика провязываем. 1 столбик, 2 столбик. Снова делаем убавка. Провязываем 3 столбика подряд за обе стенки. 1 столбик, 2 и 3. Делаем прибавку. Раз столбик и в эту же петельку 2 столбика. Следующую петельку провязываем просто столбик без накида. Потом мы делаем снова прибавку. Раз и сюда же 2. И в последнюю петельку мы просто провязываем столбик. У нас в ряду получилось 16 столбиков за счет убавок и прибавок. Следующий ряд мы провязываем 16 столбиков без изменения. Провязали мы 16 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 13 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Далее мы делаем прибавку и 2 столбика до конца ряда. Прибавка и 2 столбика, 1, и последнюю петельку 2. У нас в ряду 17 столбиков. Эти 17 столбиков провяжем 3 ряда без изменения самостоятельно. Провязали мы 3 ряда по 17 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 15 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Провязали 15, делаем прибавку и последнюю петельку провязываем столбик без накида. У нас в ряду получилось 18 столбиков. Эти 18 столбиков провяжем 2 ряда без изменения самостоятельно. Следующий ряд мы провязываем 16 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Делаем прибавку и 1 столбик последний провязываем. В ряду у нас с вами получилось 19 столбиков. Один ряд провяжем самостоятельно, 19 столбиков. Следующий ряд мы провязываем следующим образом. Провязываем 17 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Делаем прибавку и в последнюю петельку провязываем столбик. У нас в ряду 20 столбиков. Провяжем 1 ряд 20 столбиков без изменения. Следующий ряд провязываем 6 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку. Далее провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем убавку. И в ряду у нас с вами 18 столбиков. И последний ряд у нас. Провязываем снова 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку за передние полупетельки. Далее провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавку за передние полупетельки, и у нас в ряду 16 столбиков. Делаем соединительный столбик
и закрепочку, и ниточку обрезаем, вытягиваем этот кончик на изнаночную сторону, прячем вовнутрь, маркер убираем. Вот такие две ручки у нас получились. В них мы ставим проволочный каркас и слегка набьем ладошку, мы набьем чуть поплотнее. Здесь уже более слабые, и здесь, ну, не очень сильно набиваем, чтобы они не торчали у нас руки. Вот такие вот ручки. Примеряем наши ручки к нашей куколке. Вот если мы так, то у нас немножко длинноватые руки, да, получились. Поэтому сейчас линию груди мы поднимем, ну, сантиметра, вернее, не сантиметра, а рядов на 3-4 ряда. Вот так будет ручка нормально. То есть мы сейчас провяжем, давайте сначала, для начала, 3 ряда. 3 ряда без изменения поднимем нашу вот эту грудную клеточку. Провязываем самостоятельно 3 ряда. Вязали мы еще 3 ряда по 60 столбиков. Здесь вот у нас выравниваем спинку ровно посередине. У нас получается здесь, вот у меня получается 2 петли смещения. 1 и 2. Все, маркер ставим на середину спинки. Так, у нас получается 60 столбиков по телу и по 16 столбиков по руке. Теперь схематично мы сейчас изобразим, как это будет выглядеть при ввязывании ручек. Мы берем вот тело, здесь 60 петель внутри. Здесь вот у нас середина спинки маркером. Мы вот здесь отметили маркером. Это середина. Здесь спинка. Здесь перед. Здесь у нас будет ручки. Внутри этой ручки, то есть по кругу у ручки, 16 петелек. И здесь 16 петелек. Далее, здесь, значит, при соединении наших ручек к телу нам необходимо вот здесь у нас 4 петельки. 1 петля, 2, 3, 4, чтобы соединиться с телом. И здесь у нас 1, 2, 3, 4 петли. Значит, у нас получается, что вот во внешней части, здесь вот во внешней части остается 16 минус 4, 12 петелек на ручках. То есть вот так вот я даже схематично покажу, что вот здесь 12 петелек, и здесь у нас до тела 12 петелек. Далее, теперь у нас 60 минус 4 минус 4 минус 8, получается 52, 2 петельки на теле остаются. Эти 52 петельки мы должны распределить. 18 петелек у нас будет спинка и 34 петли у нас будет перед. Наперед у нас остается, значит, вот так вот 34. А здесь 18. У нас получается, здесь маркер стоит. Значит, здесь у нас 9 петель. И здесь 9 петель. Вот так вот схематично у нас будет. То есть мы начинаем вязание вот от маркера. Провязываем 9 петель. Потом у нас будет вязаться 12 петель по ручке, далее 34 по переду, 12 по ручке и 9 по спинке. Вот такой у нас расчет. Значит, в результате в ряду у нас должно получиться 34, или вот давайте начнем, 9
9 петелек спинки плюс 12 петелек на руке плюс 34 петли по переду плюс 12 петелек по руке и плюс 9 петель по спинке. В результате у нас получается 76 петель, то есть по кругу всего 76 петелек. Значит, как мы сначала присоединяемся? Мы откладываем от маркера влево и вправо по 9 петелек и ставим булавочки. Далее мы прошиваем, берем иголку, можно провязать, но я обычно беру иголочку и ниточку телесного цвета и прошиваю петельку от тела, петельку от рукава, петельку от тела, от рукава. И так 4 раза. То есть мы здесь прошили. Также прошьем и другую ручку. И потом уже следующий ряд мы начинаем вязать 9 столбиков, 12, 34, 12 и 9. И потом уже будем непосредственно делать убавки вот в этих местах у ручек. Ручек с телом. Для того, чтобы делать плечики. Вот, в принципе, вся схема. Итак, начнем откладывать маркером от середины спинки. Я беру две булавочки, отсчитываю. То есть вот у нас середина, мы нашли серединку. Раз столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, вот здесь у нас маркер такой вот булавочный, что здесь вот начнется уже ручка. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь у нас будет маркер. Еще раз проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это вот 9, вот в 10 мы вставляем. Все, вот здесь. Берем ручки. Берем ручки. Перед пальчики смотрят вперед. Вот эти пальчики смотрят у нас вперед. Вот так. И сейчас вот будем присоединять. Складываем ручку пока пополам. Присоединяем, берем петельку и присоединяем в эту петельку. Так, и здесь отсчитываем 1, 2, 3, 4. Вот так вот присоединяемся. Вот 4 петелечки. И то же самое с этой стороны. Раз, два, три, четыре. И здесь у нас 1, 2, 3, 4. Так вот присоединяемся. Теперь берем ниточку с иголочкой. Берем иголочку и ниточку. Цвет тела и начинаем пришивать. Берем петельку со стороны тела. Булавочку сейчас я вытащу. Берем со стороны тела и подхватываем ручку и прошиваем. Теперь снова в следующую петельку подхватываем петельку на теле, петельку на ручке. Три и четыре. Провязали мы 4 петельки.
вернее, прошили. Теперь делаем соединение и ниточку обрезаем. И то же самое мы делаем с другой стороны тела. Ниточку закрепляем и обрезаем. Маркер убираем. Вот так вот мы пришили. И то же самое делаем с другой стороны ручки. Пришили мы ручки. Начинаем вязание. Продолжаем. Значит, сейчас мы провязываем. Не очень удобно на камеру, конечно. Вы меня извините, если что там не так. Значит, наша схема. Вот она, наша схема. Вот они мы сейчас на этой точке. Вот здесь. Теперь мы провязываем 9 столбиков по спинке. Мы провязываем. Раз. Два. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Теперь нам нужно присоединиться к ручке. На ручке у нас 12 петелек. Вот тут у нас петелечка одна, она потайная получается. Мы ее вот так вывязываем, но не довязываем до конца. И в следующую петельку мы присоединяемся на ручке. Тоже вытягиваем петельку и делаем столбик. Это будет первый столбик на ручке. Нам нужно провязать еще 11. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков по ручке мы провязали. Вот здесь теперь переходим к переду. Впереди мы должны провязать 34 столбика. Входим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 – это половина 34. То есть это будет должно быть середина переда. То есть мы можем визуально проверить, что 17 столбиков – это середина переда. Вот. И провязываем еще 17. То есть в результате у нас должно быть 34. Так, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32,
33 и последняя петелька 34. Теперь переходим на ручку, и на руке мы должны провязать 12 столбиков. 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последние 12. Переходим на тело. Здесь должно остаться у нас 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Вот мы с вами ввязали ручки. Они должны немножечко быть слегка сзади. Здесь у нас будет грудь. Мы потом дополнительно свяжем. Вот таким вот образом. Следующий ряд мы провязываем 8 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас остается 9 петелька. Эту 9 петельку мы пропускаем. Это будет считаться как убавка. И переходим сразу на ручку и провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Спереди мы также пропускаем одну петельку и провязываем уже не 34, а 32 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще 20 самостоятельно провяжите. Далее по линии переда 32 столбика. Остается последняя петелька. Мы ее пропускаем и вводим крючок в ручку и провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И по линии спинки мы должны провязать 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А вот эту петельку пропускаем под мышкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий ряд провязываем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас на теле осталась одна петелька. Мы берем ее, не провязывая, и берем одну петельку на рукаве и тоже делаем убавку. Таким образом, то есть у нас и на рукаве сейчас будет тоже количество петелек уменьшаться. То есть у нас было 12, должно остаться 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, нет, не 10, а 8 столбиков. Так, у нас получается 7 и 8. Теперь мы берем, захватываем ниточку и на теле, то есть у нас получается еще одна убавка. Далее провязываем по линии переда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 12, 13, 14. Давайте сделаем здесь убавку посередине. 13 провязали. 13. Делаем убавку за передние полупетельки одну и далее провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13. Далее мы захватываем ниточку на теле и захватываем на рукаве и делаем убавку. Далее провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнюю петельку вводим крючок, выводим ниточку и на теле сделаем убавку. И до конца ряда мы провязываем 7 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Следующий ряд мы провязываем
Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И провязываем. Недовязанный и один на рукаве. Вот так убавку сделали. Так, я у себя просто буду помечать 6 и 1. Значит, у нас получилось. Далее мы делаем, находим середину и делаем 3 убавки. То есть провязываем столбик. Раз. Делаем убавку. Раз убавка. Два. И три. Три убавки. Так, провязываем столбик и делаем убавку. Далее по линии груди мы делаем убавки через 3 столбика. Провязываем 1 столбик, 2, 3, делаем убавку, первая убавка, снова 1, 2, 3, вторая убавка. Раз, два, три, третья убавка. Раз, два, три, четвертая убавка. И раз, два, три, пятая убавка. Далее делаем убавку раз сюда за тело и одну петельку на руке. Убавка. Провязываем столбик, делаем 3 убавки. Раз, два, три. Пропускаем 1 столбик и провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующее, что мы с вами сделаем, мы будем делать каркас в ручке. Я беру вот такую вот проволоку произвольной длины. Я ее даже не измеряю. Кончик закруглила и примеряю к ручке. Вот она, этот кончик у нас будет в ладошке, примерно вот так до середины. Здесь мы обмотаем его немного и далее по второй ручке. То есть мы это делаем приблизительно, закругляем вторую сторону, изолируем кончики изолентой.
Можно использовать белую изоленту. Проволока белая. Давайте использовать белую изоленту. Ну а вы используете то, что у вас есть. Просто обматываем. И обрезаем. То же самое делаем с другой стороной. Далее вставляем в ручки каркас. Мне это сделать неудобно, потому что на камеру вот так вот ставили. Потом будем наполнитель набивать. Теперь дошли до середины. Начинаем обворачивать проволоку вокруг среднего каркаса основного. Так. И просовываем вторую часть во вторую руку. Одеваем. Расправляем. Вот таким вот образом мы вставили проволоку в ручки. Эту часть мы сейчас тоже заизолируем, чтобы оно так вот не мешало нам. На камеру не очень удобно, хочется вам все это показать, а все это не очень удобно. И вот так вот крест-накрест еще изолентой промотать. Вот так, с помощью палочки от суши я набила ручки, ладошки, немножко вот эту часть, сюда немного. И вот таким образом. И здесь на груди мы в первую очередь набиваем, где у нас животик. Вот эту переднюю часть. И в конце уже мы набиваем чуть-чуть спину, чтобы спина у нас не была ни горбатая, ничего, а была ровненькая. Вот. Сейчас мы будем опять делать убавки и будем постепенно добавлять сюда синтепон. Вот тут в районе талии должно быть плотненько все. И хорошо. Вот таким вот образом. Следующий ряд теперь будет вязать еще труднее. Потому что мне, например, потому что на камеру не очень удобно вязать. Но будем стараться, чтобы моим подписчикам все было хорошо, ясно и понятно. Так, у нас куда-то тут спрятался наш маркер. Ой, надо его вытащить. Мы немножечко распустим предыдущий ряд. Здесь мы сделаем две убавочки до маркера и после маркера. Две петельки освобождаем и делаем убавку на спине. Раз. Маркер перекидываем, и в начале ряда тоже мы сделаем убавку. Далее мы будем делать убавки через каждые 5 столбиков. Раз, два. Вяжем аккуратно, чтобы синтепон не попадал под крючок. Иначе будет неаккуратно и некрасиво. 2, 3, 4. Не узнает, куда пропадали. 5. И делаем убавку. Первая убавка.
так далее по кругу, провязываем и встретимся в конце. У меня получилось 5 столбиков, и убавки больше не было. То есть мы провяжем еще один столбик, 6. У нас в ряду с вами 36 столбиков. Теперь мы будем делать убавочные ряды. Следующий ряд мы будем делать убавки, 6 убавок через каждые 4 столбика. И у нас будет в ряду 30 столбиков. Не забывайте постепенно набивать, желательно плотненько, тело нашей куколки. Следующий ряд. Убавки делаем через каждые 3 столбика. Повторим 6 раз, и в ряду у нас будет 24 столбика. Раз, два, три, делаем убавку, и повторим еще 5 раз по кругу самостоятельно. Лучше, конечно, куклу поставить себе на колени, и удобнее будет вязать. Мне на камеру вот неудобно сейчас на данный момент, поэтому ставим ее на коленки и вяжем. Еще 5 убавок через каждые 3 столбика. В ряду, как я сказала, будет 24 столбика. Провязали, не забываем наполнитель добавлять. Следующий ряд мы провязываем, делаем убавки через каждые 2 столбика, сделаем 6 убавок, и в ряду у нас будет 18 столбиков. Провязываем самостоятельно. Далее у нас в ряду теперь 18 столбиков. И следующий, последний, можно сказать, ряд вязания тела мы будем делать убавки через 1 столбик. Повторим 6 раз, и в ряду у нас будет 12 столбиков. И затем мы провяжем 5 рядов по 12 столбиков, то есть мы сделаем, свяжем шею. Делаем это все самостоятельно.